Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов, знакомиться с их автобиографией. Джилл Брювель, художник, скульптор, сюрреалист. Свой стиль художник Джилл Брювель предпочитает называть правическим, считая, что это отражает осознанное состояние души и ума, и в отличие от сюрреализма, отражает мечты. Я пользуюсь данными, которые мне удалось найти в интернете об этом скульпторе. Родился в 1959 году и первые 4 года своей жизни провел в Сиднее, в Австралии. Позже семья переехала на юг Франции. Родители, музыканты, пианисты по образованию обнаружили художественный талант сына в 9 лет и отдали его учиться рисованию. В возрасте 12 лет он написал свою первую картину маслом, и с этого момента живопись становится страстью всей его жизни. С 14 лет начал подрабатывать в реставрационной мастерской. Там он усердно изучал широкий спектр техник и стилей живописи, охватывающий с 15 по 20 века, а также самостоятельно изучал историю архитектуры, культуры и литературы тех времен, что требовалось для работы в реставрационной мастерской. Джилл Брювель успевал развивать свой творческий стиль живописи и писать традиционные портреты, пейзажи, натюрморты и обнаженные натуры. В 16 лет состоялась первая выставка, которая прошла с большим успехом. Вскоре он увлекся изучением космогонии, мифологии, астрономии и санскрита. В течение следующих нескольких лет он продолжал экспериментировать. Позже основал свою студию в Сан-Реми де Прованси и трудился там до 1986 года. В 1986 художник впервые приехал с выставкой в США, а с 1990 переехал туда на постоянное место жительства. С успехом выставлял свои работы по всей Западной Европе, а также в Японии, Сингапуре, Венгрии и США. Вот так немного то, что мне удалось найти о художнике, скульпторе, сюрреалисте Джилл Брювель. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.